Айван, начинаем батл. По два раунда от каждого.
Ну что, первая битва состоялась, она вам понравилась? Прямо сейчас судьи выбирают одного участника, который побеждает, проходит следующий круг. Собственно говоря, все внимание на них. 3, 2, 1. У нас тайм. Киндер, ты за воробья даешь голос? Да? Да. У нас равное количество. Вау, у нас тай, еще один раунд. DJ K1, давай. У каждого есть шанс, все достойно себя показали. Дайте энергию в круг. Еще разок. Решение судей. 3, 2, 1. Воробей забирает. Опять? Снова тайбрейк? Нет. Стоп, а почему тайбрейк-то? Двое вот на этого бегоя. Ребята, вы чуть-чуть невнятно показываете. Смотрите, правая это хотя бы градусов под 45, вот тогда будет. Нет, ты сядь ровно, бро, сядь ровно. А руку поверхничу, вот так будет понятно, спасибо. О, благодарю. Но то, что тайбрейк, снова нет сомнений. Ну, ребята, мнения, кстати, судьи изменились. Предлагаю начинать тайбрейк в тайбрейке. Кейван, давай что-нибудь, что разоблачит одного из них. Поехали. Я еще не видел. Я на запад счет 20-22. Иньяй, смотри сюда, смотри и слушай. Я
на танцполе. Уже жать друг другу руки. Уже хочется как-то разделить вас уже, чтобы кто-то из вас, как говорится, пошел дальше. Ладно, на самом деле респект троим можно выдать в виде аплодисментов. Суни, что будет в этот раз? 3, 2, 1. Воробей доказали свое преимущество на танцполе в этом парке. Тем не менее, Fire и Максим.